Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. Разработчики анонсировали выход обновления 9.7, но только разработчики сказали, что мы, ребят, с вами не будем знать о том, что будет в данном обновлении, сами мы не можем оценить, что будет хорошего, а что плохого. И для того, чтобы мы правильно все поняли, что будет в обновлении 9.7, нам необходимо посмотреть именитых ютуберов по Вот Blitz, для того, чтобы понять, что же нам все-таки будет презентовано. Я, честно говоря, удивлен. 9.7. Ребят, сколько было обновлений до этого, разработчики вполне спокойно выкладывали в новостной ленте информацию. Мы сами анализировали, сами принимали решение, хорошо это или плохо. Но здесь, ребят, пожалуйста, надо только посмотреть вот этих вот товарищей. И таким образом вы узнаете, что нас ожидает. Я, честно говоря, ради интереса зашел на некоторые из вот этих вот YouTube-каналов. И для себя понял одно, что вот это вот все, это список тех товарищей, которые довольно-таки неплохо прогнуты под ВГ, и, соответственно, с него довольно-таки неплохо питаются, и ВГ их поддерживает. Я очень сильно удивлялся, допустим, нижнему вот этому вот товарищу. Я давно его отслеживаю, потому что он является моим одним из прямых конкурентов, потому что мы организовали с ним канал практически один в один. Он даже организовал канал по времени на 2 месяца позже, чем я, и сейчас у парня уже более 25 тысяч подписчиков. Я все удивлялся, как так получается, что у всех вот этих вот товарищей, у большинства из них, прям из видео к видео постоянно полная копилка золота, и они абсолютно не жалея сливают по 100, по 200, по 300 тысяч голды на то, чтобы показать красивое видео, каким из контейнеров что-то выпадает. Я удивлялся, как ребята реально финансово просчитывают, ну, целесообразность всего этого предприятия. Действительно ли, имея 20 тысяч или там 15 тысяч подписчиков, имеет смысл донатить на 100 тысяч голды ради одного видоса, который собирает, пускай даже там 60 или 80 тысяч просмотров. И теперь я для себя, в принципе, все понял. Это вот как раз те товарищи, которых Wargaming протягивает за то, чтобы они рекламировали товары в магазине. Ребят, если вы за честность, подписывайтесь на мой канал. На моем канале вы найдете исключительно честные обзоры на товары в магазине, на технику, такой, какая она есть. Я в жизни не порекомендую вам приобретать что-либо и донатить на что-либо, что потенциально может вас расстроить. В отличие от всех вот этих вот. Кто-то скажет, что я им завидую. Да, отчасти завидую. Я тоже хотел бы получать от ВГ новости. Я тоже хотел бы получать финансовую поддержку. Но, ребят, вопрос цены. Что тебе необходимо делать для того, чтобы получать такие привилегии? Что делать необходимо им? Остается вопрос к ним. Что же делать мне? Продолжать бороться за свой канал, пытаться его развивать. И его развитие зависит исключительно от вас. Подписывайтесь на канал, а обновление 9.7 в любом случае случится. Мы обязательно его с вами обсудим. Обсудим его честно, без приукрашений. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего. В ожидании обновления 9.7 ваш GSN. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.